нужно понимать, что акции протеста – это, знаете, как символ времени. То есть они не только начались по поводу одного вопроса. Это будет красная линия вообще этой зимы. Социальный протест только начинается. И какие поводы будут поднимать людей по месту жительства, своих поселков, будет это поведение коллекторских фирм, будет это поведение правоохранительных органов, вот, как мы иногда наблюдаем, или это же будут тарифы и пенсии, а впереди еще главный новый шатун вместо фейков, это холодная зима, о которой вообще-то нужно вспомнить, потому что это вызов года, наверное, будет. Вот. Это не суть важно, потому что в основе всех протестов это кричущая социальная несправедливость и действительно уже запредельный уровень терпения людей.